Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Так, с ивента начинаем обычно мы. Но тут такой ивент, справлюсь ли я? Поехали, попытаюсь. Блин, я пытался на мобильнике пройти, но у меня не получилось. Попробуем сейчас пройти здесь. Так, друзья мои, мы должны с вами защищать вот эти листочки, которые у нас лежат на земле, да? Так, ну, придется пока сделать вот так. Таким вот образом. Воу-воу-воу-воу, бегут голодные. Голодающие с Поволжья уже наяривают. Так, почему орехи? Ну давай так сделаем. Блин, да мы тут замучимся с тобой пробивать-то, если честно. Так, высокий орех. Давай вот так попробуем сделать с тобой. Пускай в спину им бомбит. Вот они бегут. Блин, почему одни орехи дают? В чем проблема-то? Эй! Вот. Давай сюда стреляй. Так, мне дали удобрение. Вау. Арава голодных зомби побежала, ребят. Побежала аравушка. Давай-ка, наверное, вот так вот с тобой сделаем здесь. Не понял. У перепуга тут пират еще, эй! Да вы серьезно, что ли? Трындец, я ничего не могу сделать здесь. Нет, я могу сделать кое-что, это... бомбануть. Вот таким вот образом. Успел, успел, а этот-то куда пошел? Ну-ка давай попробуем вот так вот его забомбить. Так, слушай, последняя волна у нас, да, приближается. Ёлки-палки, тут, смотри, что происходит. Быстрее, 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 давай вот так атакуем. Ну вот куда вот они прут? Сейчас листики уничтожат и будет трындец. Опять. А здесь у меня нету ничего, эй. Так, я не знаю, куда орехи-то поставить. Придется сдувать их. Да, ребят, ничего другого я не смог придумать. Только вот так вот. Нафига мне столько вот орехов? Вот объясни мне, пожалуйста, зачем их такую целую кучу дают здесь? Почему-то на мобильнике, друзья мои, у меня совсем по-другому было это испытание, если быть честным. У меня, во-первых, вот эти вот листочки стояли вот здесь, вот ближе. Над грубью стояли буква Е. Тут как-то все не так. Ну, не имеет значения. Вот остались у нас последние с тобой зомбари. Этого мы подбиваем. И куда ты? Все. Прошли. Но опять же, в первый раз. Ну как в первый раз? В первый раз за долгое время я потратил на испытаниях, на ивенте, извини меня, финансы. Хорошо. Предположим. Ну что, будем еще, наверное, на разочек пытаться. Только я немножко по-другому сыграю. Ну что, давай дальше отбиваться. В принципе, ничего сложного здесь нету. Если все нормально сделать, как оно должно быть. Раз дают много орехов, я буду, ребят, выставлять их вот сюда. Пускай они их едят. Мне не жалко. Вот так вот будем с тобой делать. Упс. Пират. Блин, пират — это плохо. Сможем ли мы его здесь забомбить к этому времени? Вряд ли. Так тоже бесполезно. Блин, придется тратить, что ли, на него финансы? Ну давай. Что-то все как-то усложнилось. Я здесь орех поставлю, да и все. А сижу и думаю, зачем я сюда поставил орех? Вот объясни мне. Чтобы вот так вот сбить. Нет, ореху здесь не место. Вот они уже прорываются, прогрызают, так сказать, да? Ну давай влупляешь, что? Здесь тоже... Опа! Смотри, что происходит. Давай ты... Съели, да? Орех ставим.
И бомбим. Хотел, блин, по-другому, что-то по-другому у нас не получилось. Так, здесь меняем. Пираты. Трындец. Уйдите прочь. Что-то у меня не получается, как я хотел сделать. Моя задумка вся провалилась. Коту под хвост. Давай сюда орех поставим. Вот таким вот образом попробуем сейчас бомбить. Это последний, да, у нас зомби, получается, идут. Да, это последний. Давай так вот сделаем, поможем. Если бы не вот эти надгробия, мы бы прошли бы вообще на изи. Просто пираты. Во всем виноваты пираты. Они прыгают именно туда, и все. И смотри, у нас здесь уже, как говорится, наша территория. Можно было, конечно, не волноваться, потому что газонокосилки бы их всех подбомбили, но я решил почему-то потратить финансы. Ладно, открываем здесь лава-гуава, еще лава-гуава и 1000 монет. Ладушки. Ну что, переходим с тобой, наверное, на арену, посмотрим, что у нас там. И, по-моему, я немножечко поиграл в Penny Pursuit. Даже практически много что прошел. Там остается, по-моему, 2 или 1... уровень. Сейчас мы с тобой посмотрим. По крайней мере, на мобильнике. Так, у меня почему-то не идет синхронизация именно по квестам. Ага, 2 уровня остается. Так, зайдем с тобой на огород, посмотрим, а что у нас тут. Ага. Забирай бонг-чой. А здесь все надо будет опять рассаживать. Так, где Жужу? Жужу, будь добра, наверное, мне Дейзи полей. Полей, опыли. Так, теперь мы заберем с тобой бесплатно пиньяту. Так, давай, 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 не жмись. Что нам здесь выпадет? Так, доисторический горохострел примитивный и кувшинка. И все? Да. Так себе награда, если честно. Ну что, давай попробуем пройти. Так, 1200. Я, наверное, ребят, за деньги подерусь. Потому что финансов очень мало, и они мне нужны. Гемы так себе, постольку поскольку. Так что будем здесь. Так, что нам нужно набрать? 1 000 000 очков, 1 000 000 опыта, да? Возьму, наверное, вот это вот. Твою ж дивизию, ничего себе там. Охламоны какие начинают на нас наезжать. Так, что мы с тобой здесь возьмем? Будем брать Дейзи, наверное. Так. Лунный цветок вместе с катапультами, да? Что еще нам пригодится здесь? Бонг-чоя можно взять, потому что он уже ультовый. Будет бомбить, причем не кисло. Лук. Нет, лук я не хочу брать. Мину. Ладно, возьмем с тобой, наверное, вот этот гриб. Этот гриб я возьму. И все, что ли, получается? Ну ладно, возьмем с тобой, наверное, свеклу. Можно было бы арахис. А, подожди, подожди, мне же нужно будет эта энергия. Так, возьмем с тобой вот этот вот подсолнух. Ну что, поехали. Так, лунные цветочки. Лунные цветочки, а сзади, как говорится, баллисты. Да, сумрачные катапульты. Что, уже бегут, что ли? Оу, погоди, погоди, тут хорьки? Упс. Вот это для меня... Это для меня нежданчик, если честно. Блин. Так если бы я знал, что там будут эти. Ё-моё. Что, 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 что происходит, а? Ну-ка. Так, эти еще летят. И их еще тут нам не хватало. Да ну. Неужели не получится? Неужели не прокатит, а?
Так, Бонг Чой, давай вот сюда его влепим. Сейчас пускай он тут орудует. Все, да, предположим, так. Давай гриб сюда поставим, пускай он их там всех травит. Так, энергию мы с тобой получили. Давай, прямо вот в середину. Йо-хоу, он там наяривает, будь здоров. Один. Его, правда, сидят сейчас, наверное, там скоро. Эй! Грибоеды, вы достали. Ну-ка, Бонг Чой, покажи ему тут. Почем фунт лиха. Так, а тут сожрал, да? А если вот так сделаем? А ты-то куда прешь, эй? Бомбанули его, отлично. Давай гриб сюда поставим. Все, всех их в мазуту в эту. Сюда. О, Бонг Чой, красавец, блин. Это самый легкий уровень сложности я выбрал, да? За 1200? Вы серьезно? Что-то как-то не особо это похоже. Смотри. Что они тут бомбят? Что творят? Давай так сделаем с тобой. И опять же сюда поставим. Так, грибок наш отравляющий. Так, чего я хотел сделать? А, я хотел, во. Ну, бумкни. Отлично, голову только подлетали. Слушай, я не вижу, чтобы этот гриб вот этот вот отравляющий, да, чтобы он тут хорошо, эффективно помогал, блин. Ничего такого я не вижу здесь. Так, Бонг Чой, давай. Всыпь там им по первое число. О-о-о. Так, я заработал или нет? Да, я выиграл, ребята, 1200 монет. Все-таки получаем. И, кстати, с тобой получаем еще 5 гемов. Фух, сложное было заданице. И у нас с тобой... Да понял я, понял. Остается последнее. Так, тут 1400. Или же яблоки. Ребят, ну яблоки, нет смысла мне за них драться. Будем честны. Потому что их нужно открыть, они донатные. У меня, если честно, там, наверное, на уровень 5. На уровень 5. На 5 уровень, наверное, собрано этих яблок. Так, слушай, а тут у нас дискотека, что ли? Твою ж налево, опять эти курятники там. Ну, выглядят прикольные у нас эти косилки. Что вы там захрюкали сразу же? Это же попрыгунки, да, эти, которые любят прыгать в толпу, скажем так. Но пока все хорошо. Все легко. Но опять же, не стоит радоваться раньше времени. Какой-то подвох здесь должен быть. Ну, вот тебе и подвох. Бегут эти курицы. Так. Прокачаем. Опа, вот так вот сделаем. Да-да-да-да-да, вот она, дискотека началась. Сейчас. Погнали, погнали. Ты видишь, что происходит. Со всех щелей, со всех сторон. Давай прокачивать. Но-н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 о. Так, вот это хорошо. Удобрение, давай хоть одно потратим. Вот они, я еще говорил, что эти попрыгунки любят так делать. Банана, фига она. Ну-ка, влупи. Замечательно. Нет, не надо так делать. Не надо сюда запрыгивать, даже не думайте об этом, чтобы запрыгнуть сюда. Ай, сбил. Давай, вжарим его. А все, ребят, последняя волна. Мы справились. Пси, довольно легко, и это классно. На халяву, считай, 1400 мы с тобой получаем. Плюс прокачиваем перк до второго уровня. Хорошо. Так, у нас, наверное, зомбобосс сейчас будет. Вот он. Шитик. Ну что, попробуем с ним подраться. Давай посмотрим хотя бы. Второй уровень. Я не знаю, потянем ли мы здесь. Давай хотя бы первый пройдем, что ли.
Глянем для начала, что он там из себя представляет. Ну, покажите мне его. Что вы тут все грузите, загружаете? Так, колбы, я вижу, ребята, колбы. Наверное, я возьму вот это вот. Ёпарасете. А у меня и нету, да, ультовых. Так, секунду, что делать? Возьмем сумрачный, наверное, катапульт с тобой, да? Вот так вот сделаем. Подожди-ка. Блин, я не знаю, что делать. Я опасаюсь. Я опасаюсь всех их. Летающих нету? По-моему, нету, да? Никого из летающих. Тут шуты эти гороховые. Блин, вот это плохо. Лаву-гуаву, может быть, взять и... Мне кажется, подсолнух тут брать не стоит. Дейзи, может быть, взять. Шиш его знает. Чего тут надо брать, чего не надо брать. Так, давай выставим вначале с тобой яблочки. Блин, могилоеда надо было брать. Откуда же я знал, что он... Сделаем с тобой вот так. Плюс сумрачные катапульты. И, конечно же, мины. Мины не везде можно влепить. А Дейзи, Дейзи куда? Блин, Дейзи вот сюда есть только выставлять. Все, ребят, поехали. Будем смотреть. Прилетел. Охламон. Так, он же огнем там что-то поджаривает, да? Если я не ошибаюсь. Ну, огонь, как говорится, пли. Ага, сразу накатили ему. Сразу глаза по 5 копеек у него стали. Он немножко прифигел. Так, я могу... Что он там собирается делать? Идите в пень. Давай, лук. Почему лук-то не сработал? Говорю, срабатывай давай. Сюда лаву-гуаму. Так, давай яблочки. Что ты там рот раскрыл свой? Зелебоба. А вот... Ух, ё-моё, сколько мне тут надавали. Шикарно. Так, лаву-гуаву. Вот, все-таки он спаливает, а? Все-таки он спаливает, ребят, территорию. Так, наверное, с собой сделаем. Две лавы-головы, блин. Давай так вот. Сумрачные мои катапульты. Бомбите, бомбите, бомбите. У него еще есть ХП в запасе, как ты видишь. Поэтому наяриваем. Что? Что ты там кряхтишь? Раскряхтился он мне там. Ать! Ну ты смотри, что творит, а. Вот же ирод. Он сжигает землю, да, и на их месте выставляет. Ну ты сам видишь, что он выставляет. Так, дыхание, дыхание зловонное, давай. Ух, ёлки-палки, сколько энергии. Так, Дейзи мы сюда поставим. Мину. Мортир мало. Блин, у него, ребят, у нас времени с тобой мало остается. Я тебе хочу сказать, очень мало. Так, дай сюда удобряху. А здоровье у этого дракона еще дофига. Какие-то катапульты уже пошли. Сейчас серьезно, блин, с катапультами начнете. Так, все, мы выбили босса из колеи. Ты видишь, да, у него здоровье моргает. То есть мы с тобой 1700... получаем по любасику. Так, давай еще на яблочную мортиру. Ну, я считаю, довольно неплохо. У нас еще даже 27 секунд в запасе есть. Так. Ну, мне кажется, если бы мы взяли уровень повыше, мы бы не справились. Да что он так орёт-то, как сумасшедший? Эй! Что за звуки-то такие? Хорош! Что-то раздухарился парень, да?
Как потерпевший орет. Все, последняя секунда, ребята. Заработали. О, так мы заработали. Подожди-ка, что мы с тобой заработали? Давай-ка посмотрим. Так, 2200 даже мы получили. О, 5 подсолнухов. Приятно. 5 лазербин. И 10 яблочных мартир. Вот такой вот у нас, ребята, приз. Я считаю, неплохо. Конечно, хотелось бы вот здесь вот сыграть или здесь. Но... А может потяну, а? Нет, вряд ли я потяну. Если бы у меня были бы растения под ультой. А ты видишь, у меня ничего нету. Ладно, в принципе, мы можем с собой на следующую серию все это дело ставить, согласись. Да? Взять, например, там вот этого. Он же бомбит не кисло. И плюс Дейзи прокачанную. И все. И можно будет разрулить даже, наверное, на второй уровень сложности. Так, ну что у нас здесь еще остается? На аренку сходить нам надо, да? Посмотреть. Там, по-моему, мне чуть-чуть не хватает для того, чтобы... Для того, чтобы получить 20 пиньят. Хе-хе-хе. Конечно же, друзья, я пойду. Блин, я был на первом месте, меня скинули, блин, на шестое. 222 короны, да откуда ты, гаденыш, берешь, Симон этот? Откуда ты берешь столько это? Блин, перчаток-то. Да донатер, 100%. Или копил целую вечность. Ладно, не имеет значения, ребят, погнали. Так, интересно, состав команды такой же, как на мобильнике у меня? Или же другой? Скорее всего, другой. А я не помню, кого я здесь брал. Ну-ка проверим. Так, подожди секунду. Что-то как-то и ту... А, вот, вот это вот я убирал, я брал мину. Дай вспомнить, что же я тут делал. Так, вот это вот не надо нам. Лавгова здесь вообще ни при чем. Она не должна... Вот, я брал гриб. А что же я еще там делал? Что же я еще там делал? Я, по-моему, брал это Дейзи. Нет, ребята, нифига подобного. Я брал вот так вот и ежевику я брал. Вот таким вот образом, по-моему, так все-таки. Ладно. Вру, опять вру. Вот что я брал. Че, поехали. Так, let's rock. Сразу же выставляем грибы. Давай, давай, давай мне энергию, энергию. А почему этот гриб-то, самый первый-то, не сработал? Объясни-ка мне на милость. Так, мины. Пошли, 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 пошли. Так, мортира, давай, наяривай. Ну? Я не понял, в чем проблема? Что ты не взрываешься, хлыщ? Так, идет, да? Пройдоха этот с лопатой. Ты не забывай, что здесь наша цель — опередить противника именно по очкам. А не то, чтобы тут выжить или еще что-то. Не, ну выжить, конечно, тоже нужно. Но ты видишь, мы уже с тобой начинаем потихоньку уступать. Мин дофига. Где все зомби-то? Ё-моё, в конце-то концов. Блин, когда они нужны, их нету. Блин, мы с тобой потихоньку-потихоньку уступаем. Вот в чем проблема-то вся. Так, гаргантюаха там идет, да? Я же вижу тебя. Давай, 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 друзья мои. Вызываем нашего гаргантюа. Пускай он там с ним поборется, так сказать. Так, яблочки, погнали. Все пока вроде бы четненько, да? Блин,
Как ты так меня обошел на повороте? Объясни мне. Вот как он смог 404 сразу взять? Ну-ка, влупляем. Давай, 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 давай. Грибы там. Кому можно и нельзя, всех бомбим. Так, что там происходит? Этого гаргантюата что, не надо бомбить, что ли? Я не пойму. Подожди, а как он прошел? Извини меня. У меня, блин, понимаешь ли, под удобрением все это дело было. Есть, я выиграл, да? Чуть-чуть, ребята, совсем маленький отрыв был. Так нифига он с таким, он с этим, с донатным растением был. Ты прикинь? Таких обычно, ребят, тяжело выиграть. Е-е-е. 10 миньят тут, плюс еще там 20 миньят. Нифига мы с тобой сейчас тут разживемся. Ну, поехали. Гранат. Гранатовая бомба. Это хорошо. Ну, орех. Тоже неплохо. Так. Примитивный подсолнух. Это у нас редиска. Отлично. Кокосовая пушка. Ай, красота. Лазербин. Тоже неплохо. Угу. Шипастая лужайка. Спасибо большое. И лук. Все получается, да, у нас? А, нет. Вау. Солнышко-то мое. Первоначальное. Так, это была первая награда. Еще 20 пиньят тут мы зарабатываем. Хе-хе. Что же здесь у нас? Отлично. Окей. Дальше у нас гранат. 30. Ух. И 10. Ага. Ледяных драконов. 20 лазербинов. Блин, прикольно, ребята. 10. Ага. Морозное, извини меня, морозного арбуза. Горохострел. 10 штук. Окей. Сумрачная катапульта. Ай-яй-яй, скоро получит уровень. Так, магнит. Уже получает, да? Нет, одного не хватает. Ух, звездочка, елки-палки. Ну, здесь звездочка это не особо хорошая, ребята. В отличие от растения против зомби-героя, вот там звездочка так звездочка, да? Бомбит, будь здоров. Так, сельдерей и 10 капуст. Капуста проапывается. Оу, виноград. Тоже, ребята, у меня его очень много накоплено, но, как видишь, не открыт. Так, персик, я еще и в тот раз его не пропал. И 10 электрических горохострелов. Электрокамыш. Бонг чой. Нифига, ребята, что-то у нас тут... Что-то мне тут надавали не кисло. Я очень рад. Очень хорошая была награда. Очень хорошая была награда. Так, я на 5-м месте. А что у нас тут? А, ну понятно, здесь мы можем прокачать. Ё-моё. Сколько ты стоишь? 5000. 2000. Блин. Столько растений у меня есть, чтобы их прокачать. Где-то у меня там лунный цветок 10000, представляешь? Также. Подожди-ка. Я себе прокачал до 2-го уровня катапульту. До 2-го уровня. Блин, тут, видишь, этих у меня накоплено. Клубника, вот эта лягушка, кактус, виноград. Так, мину. Мину вот эту вот, наверное, все-таки я прокачаю. Окей, потому что я ей очень много и часто пользуюсь. Ну что, друзья мои, давайте, наверное, еще на аренке сыграем. Может быть, получим... Успеем урвать вот эти 3 пиньяты. Мне нравится открывать пиньяты и получить из них призы. Пиу. Мы с тобой против Пиу будем воевать. Я оставляю, наверное, все, что у меня есть. Всю свою старую комбинацию. Так, let's rock. Погнали. Начинаем сразу же с этих, чтобы у нас были с собой финансы. В первую очередь. Давай еще. Смотри, смотри, ползет, ползун. Надо его
бомбануть. Не взорвали ни шиша, да? Настолько сильный, что мы его просто не смогли взорвать. Вот куда ты прешь? А? Вот скажи мне, куда ты там разогнался? Он побежал, да? Сейчас ты получишь по мозгам, между прочим. И эти куда-то тут разогнались, а? Ты посмотри. Все, тут склеил ласты. Склеил, конечно. Куда он денется-то? А вот это вот что такое? За мелкий проныра тут собрался уже пройти. Ничего себе, ребята, мы с вами проигрываем сейчас в данный момент. Че это такое отрыв-то, эй? У него уже 107, ладно, поднажали. Бомбим, бомбим, бомбим. Так, естественно, как только есть возможность мину поставить, надо мину активировать. Так, где у нас еще с тобой? Вот здесь нет ежевики. Сюда можно поставить вот этого. Пускай идет, разбирается. Мы все равно с тобой проигрываем. Вот так-то. Ну что, давай вот сюда лупану. Оу, я только сейчас увидел, что здесь Гаргантюаха стоит у нас. Да-да-да-да-да. Блин, нифига, друзья мои, мы с вами здесь, по ходу дела, не пройдем. Ты посмотри, насколько он от меня оторвался. А мне кажется, знаешь, что он делал? И я вспомнил, что я брал, друзья мои, вместо вот этих вот. Знаешь, что у меня было? У меня была мята. Почему я ее прокачивал до второго уровня? Как раз для того, чтобы у меня яблоки бомбили. Точно. Вот это надо так лопухнуться было, а? Все позабывал, а? Старость, как говорится, не радость. Ладно, ничего страшного, мы с тобой переиграем. Мы с тобой обязательно получим все наши пиньятушки, которые мы запланировали сегодня вырвать. Да, здесь, конечно, я проиграл. Проиграл. Ну, сейчас посмотрим, что у нашего оппонента было. Да, в принципе, ничего тут мощного не было. Я не знаю, как он вообще тут выиграл. И ничего такого сильного нету. Ладно, ребят, главное, что мы здесь с тобой ничего не теряем. И мне не нужно даже тратить свои кристаллы. Единственное, что перчатку мы теряем. Так, поехали, я сейчас отыграюсь. Я сейчас отыграюсь по полной программе. И я не буду здесь ничего изобретать. Возьму просто-напросто нашу катапульту. Ну, не катапульту, а я имею в виду мяту. Вот, смотри, мы уберем с тобой отсюда вот эту... Нет, я даже вот эту, наверное, уберу, да? Да, возьму мету. Где у нас она? Именно катапультная. Так, секунду, секунду. Я ее прокачал, вот, до второго уровня. Именно для этого я ее делал. И что еще мы с тобой здесь можем взять? Тоже нужно такое метательное. Капусту можно взять. Можно взять... Но мне кажется, лучше взять все-таки сумрачную катапульту. У нее урон все-таки будет в разы лучше, ребят, поверьте мне. Все, да? Поехали. Let's rock, естественно, что тут думать еще. Забираем. Выставляем. Куда ты, хлыщ, ползешь, а? Все ведь заминирую здесь. Смотри, прет в наглую, а? Ну-ка, активируем. Активировали, нормуль. Конечно, надо было немножко, наверное, попозже, ну фиг с ним. Вон их тут целая армада ползет. Сейчас мы тут их всех яблоками запинаем. Сумрачные катапульты, вот если, друзья мои, ставить их именно под лунный цветок, это просто топчик. Это просто топ. Тут, конечно, они уступают, когда, ну, в обычке стоят без прикрытия, конечно, они тут уступают.
Так, что, давай еще, наверное, сумрачную поставим с тобой. Так, вот это вот плохо, когда их ветерком тут сюда несет. К ядрене фени их. Давай сюда поставим. Что, пока все хорошо вроде бы, да? Сумрачная пускай бомбит. Там я вижу гаргантюа у нас. Да ну, как вы сюда, куда вас... А, это же этот вшивец. Ребят, бросает, блин. Как он идет на пролом-то, господи, ты посмотри. Давай, у нас с тобой мята откатилась. Ребят, используем ее, естественно, используем. Сразу начинается бомбическая сила. Фу, посмотри, просто огненными снарядами. Что там только у нас не вылетает? Ну? Я же думал, не подобьют никогда. Смотри, слишком близко их подкидывают ко мне. Слишком близко. Посмотри. Вы не припухли ли, а, случайно, сэр Гаргантюа? Что вы здесь забыли? Ну? Уничтожим мы сегодня или нет? Так, я ему под ноги еще бомбочку сейчас подкину. Не понял, какая еще заморозка? Откуда заморозка-то здесь? Подожди секунду, я не понял. Откуда у нас тут заморозка? Ты видел, растения заморозились? С чего вдруг? Эй, ребята, что за фокус тут происходит? Тут не было никакой заморозки. Откуда ты взялась? Странно, очень странно. Ладно. Короче, мы с тобой... Наверное, откажемся от грибочка. И знаешь, что сделаем? Вместо гриба мы возьмем с тобой лунный цветок. Я думаю, ты уже понимаешь, для чего я его буду брать. Да-да, именно для того, чтобы наносить усиленный урон. Так, где у нас лунный цветок? А, вот он. Вот таким вот макаром. Может быть, даже вот эта вот мина здесь вообще, как говорится, нам ни в одно место... Не вперлась. Ой, а что я делаю-то? Зачем я так делаю? Господи, вот это я сейчас лопуха дал, а? У нас же под ультой все. Трындец. Вот что значит, заигрался. Так, яблочные мы сюда влепим. Так, подожди. Так вот. Да куда ж ты, куда ты жмешь-то? Блин, мне нужна мина. Он ага, взорвался. Фух. Он взорвался. Так, пускай пока здесь все стоят. Тут еще этот с газеты идет. Слушай, а с газеты что-то выживает почему-то? Да, у него там здоровье-то как у быка. Яблочные мортирки давайте наяривайте. Там уже гаргантюа пришел. Естественно, надо, ребят, активировать. Пускай тут все в разнос идет. Все, справились, справились. Эй-э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 й. Вот этих надо пройдох-то уничтожать. Они нам как бы тут вообще не нужны. Блин, все-таки плохо, что мы вот с тобой... Классно взрывается. Что мы с тобой не можем поставить в достаточном количестве именно наши мортиры яблочные. Хотя тут и сумрачные катапульты вообще наяривают, будь здоров. Ты видишь, да? Они с этим делом очень прекрасно справляются. Ну и давай. Ты смотри, что происходит, а? Вот так вот они могут пройти. Невзначай. Яблочная мортира чем хороша? Она может немножко их застанить. Как бы затормаживает их. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то здесь не то, друзья мои. Тут проминают меня почему-то. Хотя такого не должно было быть по моим, так сказать, планам. А видишь, не выходит ни шиша. Но, предположим.
Так, разберемся. Но в любом случае здесь победа за нами. Слушай, ну тактика что-то как-то не айс. Все-таки, наверное, нам надо вернуть обратно гриб. А если я его верну, то вместо кого? Вместо вот этой мины, если только. Ребят, вот вместо этой мины можно, кстати, да, попробовать. Хотя я фиг знает, стоит ли нам убирать эту мину. Не стоит. Хм. Как бы урона она особо не наносит, ты сам видел, да? Но против Гаргантюа она хоть как-то идет. Ладно, я сделаю все-таки, как у нас было с тобой. Вернем солнечный... солнцегриб. Да, вот так вот. Солнцегриб просто дает нам очень много энергии. Очень много энергии. Больше, чем лунный цветок. Но если брать именно по дамагу, то, конечно, сумрачная катапульта дает обалденный урон именно от лунного цветка. Тут, я думаю, со мной никто не поспорит. Ух, тихо, тихо, тихо. Вы мне оставьте эти ячейки, пожалуйста. Ячейки оставьте для моих растений. А то эти сейчас мины тут расплодятся, я знаю их. Что они тут могут себе сделать? Что они могут себе позволить? Ну-ка, вылупляем. Видишь, вот они сумрачные, как они бомбят сейчас кисленько. А вот если бы у нас были бы лунные цветки, они бы дамаг бы наносили серьезный. Можно, конечно... Нет, не буду пока использовать мяту. Пока ничего критичного нету. Ну, идут, да, идут. Со всех сторон. Но мы с тобой можем пока... Вот, вот теперь стоит. Теперь стоит активировать. Огненные снаряды. Все, все, что есть у нас. Полетело, как говорится, в этих зомбарей. Я еще одну сумрачную сюда поставлю. И, наверное, вот так вот активирую одно из удобрений. Ай-яй-яй-яй-яй. Придется минку влепить сюда. Придется минку... Блин, вот этот с газеты, почему он такой сильный? Я не помню, чтобы он раньше мог выжить при мине. Сейчас он спокойненько идет по ним, да? И хоть бы что по деревне. Может быть, он какой-то усиленный там становится? Давай, мортира. Так, у нас 51 секунда. Мы пока еще лидируем с тобой. Пока еще. Вот это плохо, что здесь зомби появился. Их взрываем всех. Солнцегриб, ты почему мне не даешь энергию, а? Скажи-ка мне на милость. О, дает. Долго приходится ждать, конечно. Так, 30 секунд, что у нас там по преимуществу? Мы теряем, ребят, с вами преимущество. Если честно, мы теряем с тобой преимущество. Да, оу, мята, вовремя, вовремя ты появилась, мятушка моя родная. Давай, бомби. Отжигаем по полной программе. Это, кстати, как раз вовремя, да? Перед финишем. Такой рывок, буст. Так, что у него здесь было? Ух ты, 11 уровня арбуза. Не кисло он там шпарил. Плюс у него кукуруза 10 уровня. То есть наяривал, будь здоров, ребята, он. Ну что, три пиньята мы с тобой зарабатываем. Давай-ка мы откроем, посмотрим, что нам здесь достанется. Так, капелька ледяная. Окей. Плюс 3 стрел. Отлично. И последний. О-о-о, мне совсем, ребят, немножко не хватает, да? Буквально соточки, чтобы открыть взрывной орех. Да, я помню, в свое время был ивент на него. И мне не хватило там чуть-чуть, чтобы получить 100 этих орехов, короче, взрывных. Ну что, не буду вас томить, ребята. Будем, наверное, на этом заканчивать сегодняшнюю серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!